окунулись в эпоху прошлого. В голубом зале театра оперы и балета прошел рождественский бал. Главными персонажами театральной постановки стали ученики школ и кадеты. Участники исполнили польку, вальс, кадриль и полонез в костюмах эпохи 18-19 веков. В Саратове этот бал проводится уже не в первый раз. Его главной целью является приобщение молодежи к православному пониманию рождественских святок, а также формирование навыков культурного общения и эстетического вкуса в среде юношей и девушек. Ну, это очень радует, это как бы мы историю изучаем, вселяемся в те времена, которые раньше были. Мне кажется, многим понравилось поучаствовать в таких баллах.